чиновников из водоканала города Первоуральск. Значит? Берите, это ваша? Ну зачем вы так делаете? Нечаянно упала. Вам сейчас только в суд подали. А что вы говорите? Нашего мэра бы пригласить в подвал его, чтобы он понюхал бы нормально. Татьяна Евгеньевна, на протяжении уже многих лет по дому Емлина 12Б, квартира 108, город Первоуральск, происходит безобразие у нас в подвале. Очень сильно воняет сточными водами и испражнениями жильцов. Мы уже обращались неоднократно в управляющую компанию, в аварийный, в водоканал, чтобы нам это все отремонтировали. Но результата ноль. Как пахло, так и пахнет. И в квартирах, и везде. Я тоже в водоканал обращалась, в аварийную обращалась. И что говорят? Вот ничего не говорят. Один раз вот приехали, вроде бы как почистили, и все.